Добрый день, меня зовут Максим. Это второй ролик обращение с вопросами и пожеланиями к зрителям моего канала. Прошлый раз я задал вопрос, что вы хотите увидеть. После этого я выложил анонс, что-то было снято недавно, что-то было ретроспективное из моих прошлых съемок. Я сделал разную нарезку, показал видео из музеев, показал природу, показал спорт, показал аэрошоу, показал какие-то другие моменты. Вот. Соответственно, по количеству просмотров я для себя вывел следующую статистику. Значит, на сегодняшний момент самое большое количество просмотров из моих видео это получил репортаж про автомобильную свалку. Вот. Там количество просматривающих зашкалило просто. Вот, видимо, эта тема очень больная и интересная для России. Вот, люди интересуются, что там на автосвалках делается. Самый наименьший рейтинг по просмотрам у меня получил ролик про музеи, к сожалению. То есть, господа, значит, видимо, исходя из статистики, я буду учить ваши вкусы и снимать что-то вот из ваших предпочтений, но, пожалуйста, меня не обвиняйте в том, что я, к примеру, больше трачу времени на освещение там пунктов питания и каких-то рутинных моментов из обычной американской жизни, и совершенно не рассказываю про музей. Все исключительно зависит от вас. Если вы мне напишите там конкретно, то есть вот, что вас интересует там обзор музеев, обзор какой-то культурной жизни, еще что-то, пожалуйста, тут этого навалом. То есть я могу вообще ходить каждый день с камерой и постоянно все снимать. Но у меня определенный лимит вот по размеру ролика. Ну и, соответственно, у меня время тоже не резина, у меня есть свои какие-то собственные дела, семья, маленький ребенок, то есть, сами понимаете, я не могу с утра до вечера заниматься видеоблогерством. То есть, соответственно, хочу опять от вас услышать, что вы хотите, чтобы я снимал. Вот. Ну, удачи!